Очень серьезный вопрос. Надо сказать, что это, ну, просто так от суеты такие вопросы не задают. Это серьезный философский вопрос. Когда мы говорим о скорости времени, мы должны учитывать и скорость восприятия событий, и скорость формирования событий. Это триумвират, который напрямую зависит от того формата мышления, в котором ваша душа воспроизводит вашу реальность. Значит, скоростные характеристики времени как последовательности событий напрямую зависят от уровня развития вашего разума, как зеркальной составляющей души и его вторичной системы логического анализа текущих знаний реальности в элементы физической материализации. Я думаю, у вас будет время, вы же все это записываете, будет время как бы поразмыслить. Уровень событий космического масштаба, планетарного, личностного – это три разных уровня допуска к формированию событий, где возможность управления зависит прежде всего от того, с какого уровня развития вы осуществляете свое осознанное творение. В этой формализации космический уровень является системой предуправления. Он формирует импульсы событий, которые необходимы как ответная реакция на совокупность характеристик взаимодействующих систем в плане их всеобщего развития к вечной жизни. Планетарный уровень обеспечивает регулирование потоков личностного управления в доминирующий импульс общественных механизмов в сторону макроспасения. Личностный уровень – это область объединения бесконечного потока внешних и внутренних событий в систему управления по образу и подобию, где процесс познания неразрывно связан с механизмом управления на разных скоростных уровнях взаимодействия с вечностью. То есть обратите внимание, именно человек объединяет два потока – внешний и внутренний. Это очень важный момент. Являясь объединителем этих потоков, он, естественно, может при достижении определенного уровня личностного развития путешествовать во времени. Причем путешествовать не только сознанием. Возможно, и путешествие со своим телом, и даже участие в тех событиях, которые происходят на других уровнях временной реальности. Ну, в общих чертах, я надеюсь, ответил на ваш вопрос.